трех самых важных вещах, плюсах, которые ты здесь уже получила и увидела, и о трех самых важных вещах, на которые ты просила бы обратить внимание потенциальных абитуриентов. Сложно, когда приехала, потому что несколько веб-сайтов создаются сразу по поводу TRU и BLearn, Master in Biology, и в этом очень сложно разобраться, потому что у каждого создается свой пароль, и когда вы туда приезжаете, это, конечно... Обилие информации, в общем, да. Да, очень много. Я бы думаю, что если один сайт был создан, это было бы намного удобнее. Окей. Вот. Здесь теорию нравится, все есть, но учиться сложно. Из-за языка? Конечно, все по-другому. Мне кажется, дело даже не в языке, а просто в том, что все по-другому, система другая. И здесь преподаватель учиться не заставляет. Если вы этого делать не хотите, то как бы вы не будете. Если хотите, будете. Ну, наверное, в общем-то, как и везде. Почему теорию? Ну, у меня так откровенно, мне просто здесь учится подруга, и она была здесь еще летом и посоветовала этот университет. Мне нравится. Супер, супер. Меня зовут Наталья, мне 22 года. Я приехала в Томпсон Риверс Университет учиться. Я здесь уже 2 недели, я только начала свою программу менеджмент по туризму. Мне все очень нравится, мне нравятся люди, нравится природа, нравится то, как нас учат, то, что нас за 2 первые недели уже нагрузили заданиями, и я чувствую прогресс. Я чувствую, что меня действительно чему-то учат, чему-то конкретному и тому, что я смогу в будущем применить на практике. Почему Канада? Канада, потому что это прекрасная страна, она не намного меньше, чем Россия, но именно область туризма в ней развита гораздо лучше. Что ты собираешься делать после того, как закончишь университет? Я хочу остаться здесь и хочу заниматься туризмом, но в то же время эта сфера очень нужна России, поэтому я надеюсь воплотить ее и там тоже. Отлично. Я надеюсь быть везде. Отлично, у тебя будут все варианты. А на что нужно обратить внимание приезжающим студентам? С чем они могут столкнуться? Они столкнутся с тем, что город достаточно тихий. То есть для тех, кто едет именно веселиться и отрываться, это не то место. Езжайте в крупные города. Здесь мы в основном учимся, гуляем по лесам. Не отвлекаться и учиться, да, правильно? Ведь да, это главная это цель. Да. Место хорошо, именно для этого. Хорошо, да. Хорошо. Чем прекрасна Канада как страна? Это место как город? Да, это очень важно, потому что я, поскольку я учусь, я еще не успела посмотреть Канаду саму. То есть ирония в том, что я приехала учить туризм, а страну еще не видела. То есть туристом в ней практически не была. Но могу сказать про это место, что оно очень прекрасное, очень чистое, очень красивое. Тут очень прекрасные люди, очень прекрасный университет. Мне очень нравится. Тут явно все для людей. То есть все очень ориентировано на человека, на то, чтобы помочь, чтобы все было понятно. И да, мне очень все нравится. Спасибо, Наташа. Можешь Спасибо. Показать свою прекрасную карточку? Да. Действительно ли это Наташа я. Из Томпсон Ривер? Это Наталья Киян. Да. Так, секундочку, мы должны сфокусироваться. Пост бакалавриат диплома International Tourism Development Moscow. Поездка в Канаду была планировалась долго достаточно, в течение года, но решение было принято интуитивно, то есть Канада как страна была выбрана интуитивно. В ходе поисков и изучения университетов и среды остановила свой выбор на университете TRU. В плане того, что было удобно с языковой школы, которая является партнером с языковой школы. Да, и поэтому в плане языка здесь, конечно же, сейчас легче учиться. Потрясающий город. Лично мне очень нравится город Камлупс и университет. Но хочется отметить, если вы ищете развлечений, если вы ищете что-то более такого движного и столичной жизни, это не подойдет.
Учиться здесь проще, чем в больших университетах, таких как, например, UBC, одном из наиболее известных канадских университетов. Здесь учиться здесь проще, потому что прямой контакт с преподавателем. Жилье можно найти абсолютно свободно, можете найти это все в интернете. За сколько ты живешь, извини, перебью? Стоимость моего проживания 570 канадских долларов. Еда? Еда примерно 200 долларов. Итого 770, спасибо. Да. Плюс, в зависимости от того, сколько было курсов, плюс, конечно же, оплата университета. Тань, ты можешь передать привет русским студентам, которые поедут учиться в Tom Sawyer? Please, a couple of words to those who are still keeping their mind open about going to Canada, and Tom Sawyer in this case is one of the best solutions. English or Russian? No, say Russian. Okay. Ну да, в первую очередь всем большой привет, и я все-таки вас привлекаю. Приезжайте к TRU, не пожалеете, здесь очень здорово. Санпикс рядышком с TRU, сейчас будем кататься на санях. TRU. У нас замечательнейший кампус, зеленый кампус, замечательное здание, классы небольшие, каждому студенту свое внимание от преподавателя, а самое главное, преподаватели очень и очень опрошены. She's about a film star, okay. Thank you. Tom Sawyer is sending you best regards. Come.